У нас все волны предложить перемирие вот на следующий турнир. Ну, чтоб этот флот расы туда, в Мирамак Сторф, они себе заберут. А тогда, может, они и на Псилонов должны будут или на полезут. У нас, хотя, дельта тут вот, суммарно 24. Если ранг посчитать, их 3 четверки, 3 четвертых ранга, 2, пара третьих и 3 вторых ранга. Тут 6, 6 и еще 12. 12 на 12, 24. И вроде он дает контрразведка 24 плюс 24% цены. А если дельта улетит, значит будет 20 только останется. Так они точно не проводят таким шпионом. Если будем тратить или потом по сотке минимать сотка. Столько сотка за тур дают. А ждать долго, пока он это. А это кто? А это там пираты. Богатая радиоактивная экрана. Надо заманить, чтобы они сюда в Мирамак смотрели, куда они меняют. И отдать псилонам это все. А этот флот улетит на столицу. Ну еще плюс 5 кораблей, еще 3 снизу. И причем фрегата 13, ну, с крутой этот фрегат. Нам бы вообще было выгоднее еще сделать вот этот. Разделать вот этих. Линкор. Ну просто тут линкор. Крейсер ТМ и так бы остановили. Но с линкором на базе никто. Мы можем на базу этих кинуть сюда. Ну пора сниться в линкор, это не потянулся. Ну втроем еще можно. 3-13. 3 золотых дракончика. 17. На Диабе будут такие орбитальные батареи. Но мы кинем по гиперпрыжку вратам. Два тура летит с Лисина. Они полетят. Мы подлетим, они атакуют, и потом надо контратаковать. Тур, тур. Два А. Ну, Псилон, если сюда и куда-то. Надо заключить с ними этот пакт на нападение. Ну там это тоже отношения, если нормально это, если шпионы сейчас сами насадить, то сейчас уже было невыгодно на момент заключения. Ну тем более никто не знает, есть там они. Next.